Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Подбросили вы мне темку очередного видосика. Ну, мы с вами и поработаем. Значит, комментарии. Вот два дельфина пишет. Петрович, как лучше лечить тахикардию? И вот сразу же мы с вами только вот возьмем Яндекс и забьем тахикардию. Тахикардия – это. Что это такое? Ну, давайте. Значит, от греческого «быстрое сердце», увеличение частоты сердечных сокращений от 90 ударов в минуту. Следует различать тахикардию как болезнетворное явление, то есть увеличение частоты сердечных сокращений в покое, и тахикардию как нормальное физиологическое явление. Ха-ха. Увеличение частоты сердечных сокращений в результате физической нагрузки, волнения, вот теперь заметим, волнение или страха. Тахикардия – это не болезнь, а симптом, поскольку она может возникать как проявление многих заболеваний. И вот тут такая вот рисуночки такие интересные есть. Смотрите. Значит, здоровое сердце, синусовый узел посылает импульс. Импульс электрический так. Чик. Значит, дальше. АБ узел посылает импульс дальше к желудочкам. Дальше. Чик. Потом желудочковые импульсы посылают. Чик. И это в итоге создает то, что предсердие и желудочки сердца сокращаются. Да, сокращаются. Вот, соответственно, не должны, знаете, так. По очереди все это сокращаться, что в итоге дает нормальный ритм. А вот когда тахикардия, то есть вот эти вот ненормальные идут импульсы туда-сюда, значит, какие-то идут ненормальные сокращения, то есть, как бы сказать, желудочки и предсердие ненормально сокращается, то есть должна быть особая синхронизация в работе сердца, ее нету, и получаются такие вот вещи. То есть мы с вами как раз поговорим мы с вами не о нормальном физиологическом явлении, которое от физической нагрузки, волнения, страхи и так далее, а мы с вами поговорим как раз именно о ненормальном явлении, и тахикардия – это болезнь, вернее, симптом от многих заболеваний. Одно может быть от многих заболеваний. И читаем теперь дальше. То есть мы разобрались, как лучше лечить тахикардию. Далее, вот подходит ли голодание? Я думаю, что подходит голодание. Голодание способствует тому, что, во-первых, оно способствует расслаблению человека, успокоению человека, гармонизации внутренних процессов внутрях организма, оно способствует. И из-за этого оно очень благотворно сказывается на работе сердца. Но не сразу это будет получаться. Я помню, когда я голодал, пока идет вход в голодание и настройка на процесс голодания, то есть разворачиваются вот эти все механизмы, там бывает и тахикардия, сердце бьется, знаете, по-всякому. Но зато потом, когда человек уходит примерно за недельку, за две недельки, вот там идут как раз те процессы, важно понимать, что если вы там час поголодаете, сердцем никаких изменений в лучшую сторону не будет.
Кстати, и в худшую сторону не будет. Вот. А если вы проголодаете где-то за две недельки, ну хотя бы за недельку, то там развернутся особые процессы, которые как раз и будут нормализовать работу сокращения сердца. И, а плюс, а если вы за две недели, то есть мы с вами опять-таки, это симптом, как проявление многих заболеваний. То есть голодание уничтожает те многие заболевания, которые у вас имеются в какой-то скрытой, неясной форме. И за счет этого у вас улучшается и работа сердца. Лично я на себе убеждался в этом. Голодание прошло, вот те, знаете, какие-то скрытые болячки хронические и так далее, они поисчезали. Сердце работает гораздо лучше. Значит, голодание. Я считаю, что подходит. Но следующее. Это значит, должно быть не просто там день-два, потому что за день-два только настраивается, и там сердце работает по-всякому. А вот после того, как вы отголодаете две неделечки, начнете выходить, уже гораздо будет лучше с сердцем. Так, родственник дважды делал кардиоверсию, дефибрилляцию. Помогает эта процедура временно. Давайте посмотрим, что же это такое кардиомардио. Так, уясним. Так, это кардиоверсия, купирование тахикардии разрядом, купирование. Вот мне не нравится слово купирование. Ну давайте, ладно, прочитаем это. Купирование тахикардии разрядом дефибриллятора, синхронизированное с наименее уязвимой фазой электрической систолы желудочка, как правило, через эту вершину, в отличие от фибрилляции желудочка при устранении тахикардии существует опасность нанесения электрошока в наиболее уязвимую фазу сердечного цикла. Дальше, дефибриллятор. Что такое дефибриллятор? Ну-ка, увеличим, тут мало. Так, дефибрилляция и кардиоверсия. Немедикаментозный способ лечения некоторых видов сердечной аритмии, то есть тахикардия, это значит сердечная аритмия, получается, да, путем нанесения кратковременного электрического разряда в область сердца, как закаташем ему так. Так, знаете, да? Ну-ка, работай. Это вызывает одномоментную деполяризацию мембран кардиомиоцитов и приводит к синхронизации процесса возбуждения миокарда. Ага, как бы сказать, его такая джун, пытается перезапустить. Так, ну что бы сказать. Всегда, знаете, поражает следующее. Непонимание процессов, которые происходят в сердце. Ну, вот примерно вот они вот так вот происходят. И мы думаем, что мы сейчас навяжем какой-то внешний ритм им. То есть, как бы сказать, можно перезапустим, что ли, компьютер, и все там проблемы исчезнут. Ну, как бы сказать, в зависимости от того, какая проблема. Вот важно определиться с проблемой. Не то, что вот сердце у нас, аритмия, да? Аритмия это одно, а тахикардия учащенная. То есть она что-то там почему-то часто бьется. Вот тут, знаете, очень важно нам, как бы сказать, понять из всего этого. Если тахикардия это увеличение частоты сердечных сокращений от 90 ударов в минуту, от 90 и выше, это одно. А если аритмия, это значит, аритмия, это, что это такое? Ну, вот что это такое? Аритмия, сердечная аритмия, это болезнетворное состояние, приводящее к нарушению частоты, частота так, тик-тик-тик-тик, ритмичности и последовательности. То есть это не то, что сердце часто бьется, дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик, ну и ладно. Оно не только нарушается в аритмии, то есть частота такая, тик-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 тик, вот так где-то, да? Ритмичность, ритм тоже нарушается, тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик-тик,
чик-чик-чик, чик-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 чик. И последовательность. Чик-ч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 ик. Ну, примерно так, да? Сокращение сердечной мышцы. Так, аритмия. Любой ритм сердца, отличающий от нормальной синус, от нормального синусового ритма, это значит ВОЗ. ВОЗ, ох, ё-моё, ВОЗ. При таком, значит, болезнетворном состоянии может существенно нарушаться нормально сократительная активность сердца, что в свою очередь может привести к целому ряду сердечных осложнений. Значит, разобрались, тахикардия – это просто сердце частит, и тем более тахикардия бывает нормально, а вот аритмия – это уже процессы. Так вот, вот эта вот штука, что делалось, она пытается вот это вот кардио-мардио, дефибрилляция, значит, они как-то пытаются вернуть частоту. Вот тогда важно разобраться. Если сказано, что тахикардия, значит, тахикардия. Вот, будем тахикардию разбирать. Если аритмия, это уже несколько иное. Ну ладно, тут, значит, тахикардия. Значит, пытается воздействовать, шандарахнуть липоздричеством по сердцу, и чтобы это все заработало так, как надо. И как мы уже видим, что это симптом, как проявление многих заболеваний. И отсюда, вот как раз мы читаем, помогает это кардиоверсия, дефибрилляция, помогает это процедура временно. То есть не найдена причина, почему это все влияет на сердце, и поэтому, естественно, временно. А я думаю, сама вот эта дефибрилляция, это уже, знаете, как бы сказать, сердце все-таки у нас орган довольно-таки нежный, хоть и имеет большой ресурс, но тем не менее, его как раз вот эти вот, знаете, как бы сказать, компьютер, который управляет вот этими импульсами, сам он создает, путем воздействия извне, можно легко и просто испортить. Поэтому толку от нее нету, но, как бы сказать, я думаю, осложнения, они как-то тоже сказываются. Так, он не может справиться с привычкой, а вот теперь дальше пошла. Он не может с привычкой переедать и ложиться поздно спать. Так, смотрите, переедание. Что такое переедание? Так, вот в свете влияния на работу сердца. Я отлично знаю. И ложиться поздно спать. Когда я вот покушал на ночь, начинается, допустим, ну, грубо говоря, 8 часов там покушал вечера. И так, более-менее плотненько. Значит, пищеварение у нас начинается, вроде мы как съели, оно тут у нас в желудке, начинается, значит, это самое пищеварение. Часика через 2, через 3 оно входит в разгар. И как раз получается, грубо говоря, это где-то часов 12, час, знаете, пищеварение вовсю. А тут бы надо бы заснуть, надо было расслабиться, надо было бы организму дать отдохнуть. А он не отдыхает, он работает. И прежде всего, что я чувствую? Сердце. То есть мы не даем ему нормально отдохнуть. Сердце во время сна отдыхает. Спать надо у нас как раз ночью. Поздно ложиться спать. Ну, что вы хотите? Что вы хотите? Вы просто-напросто, когда мы поздно ложимся спать, мы тем самым даем повышенную нагрузку на свою сердечно-сосудистую систему, вообще на организм в целом, когда он должен отдыхать. То есть мы его преждевременно изнашиваем. Это просто привычка ложиться поздно спать. А привычка переедать, она как раз, желудок распирается у нас от того, что человек переел. Затрудняется кровообращение, поступление венозной крови к сердцу. Также, допустим, прокачка артериальной крови. Опять-таки, мы тем самым
с вами создаем предпосылки, которые изнашивают сердце. Нервная система сейчас расшатана. Ну как расшатана? Вот знаешь, знаете, когда говорят о том, что расшатана, это говорит ни о чем. Давайте дальше почитаем. Много очень нервничал раньше, даже по пустякам. Вот. То есть человек эмоционально не уравновешен. А все наши эмоции, раздражение и так далее, прежде всего влияют на эти вот на наиболее чувствительные органы, которым является сердце. Причем вот эти все эмоциональные влияния, они, вот когда мы спокойны, как тут сказали, смотрите, увеличение частоты сердечных, от физической нагрузки, волнения или страха, то есть на частоту сердца сильнейшим образом влияют наши эмоции. Самые различные, то есть сердце сразу же на них это реагирует. Тем самым, посмотрите, эмоциональные, как бы сказать, вот эти посылы, они вносят разлад в работу именно вот этого вот аппарата, который выдает импульсы. Нервные импульсы, которые дальше, значит, вернее, электрические импульсы, которые генерируют, или как бы сказать, сокращение мышц. То есть они идут на мышцы сердца, на предсердие, на, значит, желудочки и вызывают сокращение. То есть вот, если мы с вами хотим, чтобы наше сердце было здоровое, чего мы его... Вот я, допустим, физических нагрузок делаю, но я как-то его не изнашиваю так сильно, как думалось бы. А вот за то волнение и страх, которые через нашу, будем говорить, полевую форму жизни влияют на вот эти все интимные процессы, которые выдают электрические импульсы на сердце, вот это сказывается гораздо сильнее, нежели физиологическая, физическая нагрузка. Ну, это тоже волнение считается физиологическим, но когда, я так понимаю, когда это происходит чрезмерно часто, чрезмерно, знаете, человек привык вот это, как бы сказать, волноваться, он уже сильно волнуется. Тут же не просто человек поволновался и исказил вот эти вот нервные импульсы и электрические импульсы на сердце. Здесь же, помимо всего прочего, все эти эмоциональные волнения идут через эндокринную систему. И, соответственно, вбрасываются различные вещества, которые продолжают усугублять работу сердца еще. То есть они, в зависимости от того, какие волнения, они еще сужают сосуды. Они еще влияют на сосуды сердца. Это тоже важно понимать. На мышцы, то есть создается своеобразный спазм. А потом мы будем это. Поэтому сразу вот из этого вытекает, что если вы хотите иметь вообще здоровое сердце, и здоровое сердце, как правило, наблюдается у тех, вот, допустим, долгожители, у них практически нету, ну, у подавляющего большинства, особенно у супердолгожителей, которые пастухи, у них нету тех внешних раздражающих влияний, которые бы оказывали на этих супердолгожителей какие-то эмоциональные воздействия. Они видят природу, они видят овец. Ничего их не нервирует. И более того, сердце укрепляется от радости, от созерцания красивых внешних видов, вот зеленой травы, спокойствия какой-то, знаете, дальних вот этих гор, мор. Вот это как раз будет способствовать укреплению сердца. Значит, разобрали. Его врач предложил заражение паразитами. Заражение паразитами. Может быть, я, значит, не отрицаю такого, но
Это надо выяснить, действительно ли там паразиты или это не паразиты. Потому что если не понимая, что там такое с вашим сердцем, от чего тахикардия возникает, и вы будете еще травить паразитов. Что такое травля паразитов? Тем более там, ну, да, вообще, травля паразитов есть прием тех или иных ядовитых веществ, которые должны подействовать на этих паразитов. Естественно, они будут влиять и на организм человека. Просто считается, что вот за счет своих ядовитых свойств они убьют паразитов, а организм человека останется живым. То есть это ляжет дополнительной нагрузкой. Поэтому прежде чем понять, паразиты это или не паразиты, надо не предположить, а надо понять, что это такое. Ну, о том, что, допустим, это могут быть какие-то там, ну, бактерии вредные, и прочее, 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 это уже надо судить. И если, допустим, гнойничковые высыпания на коже, это говорит о том, что, значит, организм поражен гноеродной инфекцией. Тем более, если черяки были, там есть фрункулы, черяки. Вот. Далее, если частенько выскакивает герпес, если, допустим, особенно сердце не любит, когда имеются частые ангины, то есть вот эти вот все вещи надо, как бы сказать, сопоставить и понять, что там может нам вредить из паразитов. Я о глистах даже молчу. Вот. Сейчас он заканчивает принимать тройчатку. Ну хорошо, тройчатка, как бы сказать, курс, профилактический курс, который способствует тому, что потравит там большинство этих микропаразитов и, возможно, даже на глистов подействует. Так. Тем не менее, боится бросать таблетки от тромбов. Так. А при чем тут тромбы? При чем тут тромбы? Если у нас сердце просто-напросто, опять-таки, быстрое сердце, тахикардия, увеличение частоты сердечных сокращений. Причем тут тромбы? Вот, знаете, какие-то вещи вот, вот иногда читаешь, они как-то не сопоставляются. От тромбов что? И повышено тромбообразование. Если повышено тромбообразование, это совсем другое дело. То есть тогда мы рассматриваем организм этого человека, пораженного по многим, как бы сказать, фактора, по многим вот этим органам и системам. И, как правило, у современного человека это и происходит, поражение по многим органам и системам от его неестественного образа жизни. Так. Поэтому, как бы сказать, вот как в придачу еще тромбы. Принимать таблетки от тромбов. Хорошо, принимать таблетки от тромбов. Так, думает, что от этого может быть ухудшение состояния. А, думает, что от этого. Но я понял следующее. Тем не менее, боится бросать таблетки от тромбов. Думает, что от этого может быть ухудшение состояния. Может быть. То есть, может быть. Значит, человек пытается разжижить кровь, чтобы не было, значит, тромбов. Но важно понимать. Давайте вот напишем. Таблетки от тромбоза и противопоказания. Не, осложнения. Осложнения. То есть учитесь правильно задавать вопросы. Вот сразу я тут написал, и уже тут само выскочило осложнение. Так, а тут просто венозного тромбоза, таблетки от тромбоза, осложнения, осложнения тромбоза глубоких вен, тромбы, так, кровь не вода, что опасно в ней, таблетки осложнения, вот что-то я такое нашел. Давайте посмотрим. Продукты, примет, причины, диагноз, лечение, врач, это общие рекомендации против тромбов, нет, тут они не написали. Тромбы и ацетилсалициловая кислота.
возможно, там внутри нужна работа. Так, выберите город. Ну-ка. Значит, смотрите, если человек принимает таблетки от тромбов, что у него может быть? Вот как раз мы читаем. Принимать ацетилсалициловую кислоту, которая разжижает кровь, да, людям младше 50 и старше 70 лет и вовсе не рекомендуется. Людям младше 50 лет и старше 70 лет и вовсе не рекомендуется, поскольку чаша весов польза-вред может склониться в пользу неблагоприятных эффектов, прежде всего повышение риска кровотечения. То есть может повыситься риск кровотечения. Так, ацетилсалициловая кислота, сейчас я хочу как бы вот это вот выделить. Есть ли у нее какие-то противопоказания? Есть побочные эффекты, есть как... Так, ну что тут? Так, содержание, так, взаимодействие, передозировка, противопоказания. Ага. Гиперчувствительность, в том числе так называемая аспириновая триада. О, аспириновая астма, геморрагический диатез, это типа гемофилия болезни, такая-то, то есть когда это, расслаивающая аневризма аорты, сердечная недостаточность, острые и рецидивирующие эрозивно-язвенные заболевания ЖКТ, желудочно-кишечное кровотечение, острая почечная или печеночная недостаточность, дефицит витамина К, так, еще что тут побочное, побочные действия. Со стороны, вот смотрите, со стороны сердечно-сосудистой системы и крови влияет на кроветворение и гомеостаз, то есть состояние, нормальное состояние внутренней среды. Насколько я понимаю, гомеостаз. Нет, гемостаз. Нет, извините, гемостаз. Сейчас мы еще найдем это самое с вами. Посмотрим, гемостаз, пока еще не прочитал, это стабильное состояние крови. Кстати, стабильное состояние крови, так я скажу, больше никому не рассказывайте, это только для посетителей канала. Оно заключается и в количестве наличия антител. Они должны быть определенны, ни больше, ни меньше. Если больше или меньше, значит, это ненормально и начинает вызывать различные заболевания, отклонения. Так, система гемостаза. Биологическая система обеспечена сохранение жидкого состояния циркулирующей крови, в то же время предупреждение и остановку кровотечения. Термин гемостаз от хемокро, стазис, остановка, применяется для обозначения собственного процесса остановки кровотечения. Ага, гемостаз. Вот так. То есть это... Ага, система, обеспечивающая сохранение жидкого состояния циркулирующей крови. Вот, это уже другое дело. Дальше мы не будем. Что я еще хотел бы сказать. То, что вводится в организм, допустим, вот эти все разжижатели этой крови или там таблетки от тромбов, они должны пройти через организм, вызвать свое действие и быть выведены. Это опять-таки накладывает на органы выведения нагрузку. Поэтому, принимая вот эти вот вещи, тем более, не без конкретных, знаете, вот показаний, а просто так, а вдруг это там поможет или не поможет. Вот если есть проблема, и она там, допустим, решается с таблетками, это там одно, грубо говоря, поддерживается. А если вроде она думается, не думается, а на всякий случай я буду принимать, значит, она и в том случае будет вредить, и в этом случае будет вредить нашим органам выделения и так далее. Ну, про аспирин это уже почитать.
Так, нельзя ли снять видео про тахикардию? Ну вот уже практически я его снял. Опасаясь за здоровье родственника, ну пусть он сам за свое здоровье и опасается. Что происходит при лечении этой болезни током? Ничего хорошего. Ничего хорошего. Вы сами написали, эта процедура помогает временно. И можно так, знаете, как бы сказать, вот эти все... Тут можно найти противопоказания, показания, что там происходит. Грубо говоря, так шандарахнуть, что там вообще изменится там нормальная вот подача вот этих вот импульсов электрических. Потому что, еще раз хочу сказать, это, знаете, вот как компьютер, там должен компьютерик, который, так знаете, вот эти импульсы регулирует, как выдавать. Как выдавать, там, грубо говоря, должен быть внутренний какой-то синхронизатор, там то, все, пятое, десятое. Это очень-очень тонкий процесс, тонко настроенный механизм. И если его просто так, грубо говоря, шандарахнуть, как я вот, допустим, часы, вот они у меня идут, а я-то сейчас оно, конечно, что-то там таким молотком как дам. И все. Так. Какие действия сейчас лучше предпринять? Ну, в первую очередь, смотрите, какие действия предпринять, это перестать самому себе вредить. И вот то, что вы перечисляете, то есть не надо вот, вот я со своей, в своей жизни понял одно, прежде всего не надо вредить своему собственному организму, а потом, знаете, бросаться на голод, бросаться из одной крайности в другую, вот это, вот, вот это, Вот. Ну, тут про тахикардию очень много. Вы бы могли все это тут посмотреть. Я так кратенько пробежался. Ну, ладно. Прежде всего, перестать самому себе вредить. И тогда не, вот этот здоровый образ жизни заключается, прежде всего, в том, что вы перестаете себе вредить. А именно, это уже надо перестроить свой характер на здоровый лад. А именно, поработать над привычкой, не переедать, вовремя есть с утра, в обед и вечером. А если вы с утра не едите, то, как правило, наедаемся на ночь. Потом думаю, а чего это у нас? Я уже сколько там у меня было, чуть больше переешь, сразу я чувствую сердце, как там бухает. Так, значит, работа над чертами характера. Прежде всего, с привычкой не переедать. Следующая привычка – вовремя ложиться спать, дабы синхронизировать наш организм с ритмами космоса. Космоса, понимаете, есть космос. Я уже так вам оговорил. Для того, чтобы он вводит нашими, так сказать, внутренними часами биологическими. И если мы это соблюдаем, значит, наши часики будут долго и хорошо тикать. Вовремя ложиться спать. Далее. Научиться реагировать нормально на все, что нам приносит жизнь. Разумно, а не эмоционально. И вот этого простого будет достаточно для того, чтобы у нас все это наладилось. Далее я уже, так сказать, со своей стороны хочу сказать. Очень хорошо на сердце влияет ходьба. Так, где-то у меня тут были эти... Угу. Смотрите, я вам все показывал, казачий ход. Вы берете в ручки два эспандера, можете даже просто. Вот пошли и гуляете, и любуетесь. Постарайтесь в такие места, ну, будем говорить, гулять в таких местах, чтобы желательно была вода, чтобы вы, допустим, по набережной ходили, вокруг там озера или еще. Это успокаивает. Это успокаивает. Просто гуляйте. Если вы хотите большего, значит, в зависимости от силы кисти у нас и сила наш, и здоровье нашего сердца заключается. Ходите так, раз сжали, оп, сжали, оп, сжали. Не то, что вы сжимаете, а вы сжали. Вот. Потом через некоторое время другой ручкой.
ходите или одновременно, или это, укрепляете кисть. Отлично скажется на работе сердца. Смотрите мой видос, это казачий ход. То есть ходьба. Ходьба возле водоема. И плюс еще дыхание. Оказывается, дыхание очень сильно влияет на сердечный ритм, оно его успокаивает. То есть, когда для того, чтобы вот этот сердечный ритм, как бы сказать, с 90 ударов привести примерно до 70 ударов, 75 примерно, ну, там, больше-меньше чуть, вот очень хорошо дыхание подходит. Занятие дыхательной гимнастикой стали, отвлеклись от своего вдох. Через нос выдох. Все проблемы сбросили. Вдох, я наполняюсь радостью, мысленный посыл. Наполнились радостью. Радость лечит сердце. Запомните, сердцу не хватает энергетики радости и любви. Выдох. На выдохе все проблемы я сбрасываю. Опять вдох. Как мне хорошо, я люблю, я радуюсь, что живу. Выдох, все проблемы ушли, все ушло, вновь вдох. Наполняйтесь радостью, любовью, светом, и все сейчас темное на выдохе выбрасываете. Сердце вам будет хорошо отвечать. Плюс вы можете добавить. Естественно, питание. Какое там питание? Допустим, абрикоски сухие. Из сухофруктов вы можете компотики себе делать, попивать. Ну, не без того, там шиповничек с медком. Сердце любит вот эти вот натуральные сахара. Натуральные сахара. Очень хорошо, чтобы вы пили такую смесь соков. Одна столовая ложка свекольного сока на стакан яблочного сока. Раз в денечек стаканчик. Прекрасно будет. Как раз и разжижать вашу кровь, то, что вы там боитесь. Вот. Для того, чтобы человек не переедал, потому что я знаю, для того, чтобы почувствовал сытость, это вот так вот должен раздуться желудок. Пожалуйста. Натерли там листовых овощей, ну, допустим, той же капусточки. С морковочкой, добавлю туда, да, допустим, там майонезик. Майонезик, мне особенно нравился такой куриный желток один. Столовая ложка меда и столовая ложка растительного масла. Все это перемешиваете, поливаете вот это вот нашинкованную мелко капусту с морковкой. И кушаете. Это заполняет, дает объем в желудке, при этом не вызывает вот этой какой-то тяжести. Все это нормально, человек чувствует, что он там покушал. Вот, и нормально будет. То есть я вам рассказал примерно все, что тут затронуто, все, что тут как бы я делал для того, чтобы вот этого у меня не было. И все будет нормально. То есть все возвращается за счет того, что мы убираем те вредности, которые вот тут описаны. Те вредности, которые описаны, которые приводят к тахикардии и прочим проблемам с сердцем. Потому что вы будете лечить все, что угодно, кроме нужного. Еще разок. Тахикардия. Прочитаю, чтобы вам было ясно. Не болезнь, а симптом. Возникать как проявление многих заболеваний. Так вот, мы как раз своим образом жизни устраним вот тот круг многих заболеваний для того, чтобы наша серденька была здоровой. До встречи.